Всем привет! Хочу презентовать вам сегодня свою работу. Это развивающая книга из фетра для малышей. Состоит она из 4 листиков. Это 8 игровых страничек. Прошнурована через такие вот люверсы. Все мелкие детали пришиты, так как книга рассчитана для деток где-то от годика. И первая страница — это у нас цветочек, с которым можно поиграть в ку-ку. Закрываем ему глазки и можем, допустим, искать, кто спрятался за его листочками. Тут божья коровка, ромашки, посчитать, сколько ж ромашек тут он себе таит. Вот еще одна, 4-я. Можно поиграть с мамой. Мама прячет какую-то детальку, а ребенок ищет, под каким лепесточком оно спрятано. Далее книга на кнопочке пришивной. Следующая страничка — это у нас равлык, да, улиточка. Здесь идет развитие мелкой моторики. Нужно шнуровочку продевать в такие вот цветные колечки. И тем самым соединить все в круг. Так. Продевает, учится ребенок попадать вот в такое ушко тоненькой веревочкой. Так, и мы сюда фиксируем. Глазки у равлыка на кнопочках. Можно поснимать, поиграться ними по-разному. Одеть, вернуть на место глазки. Не попаду. Детальки пришиты. Божья коровка, пуговичка, пуговичка, листик. Здесь также на развитие мелкой моторики у нас пуговичка деревянная в роли гусеницы, которая любит кушать эту клубничку. Сделала в ней отверстие и ползает по всей клубничке. Также вот развивает попадание, да, в цель. Та же мелкая моторика. Две клубнички снимаются, они на кнопочках. Можно сюда продеть, в эту клубничку, да, как процесс шитья по-разному, в разных направлениях, так и в эту клубничку. И также самое интересное же будет ребенку и распутать это все. Сначала продели, а потом обратно все распутали. Так, улиточка в ромашках гуляет. Тут можно положить что-то. Цветочек, все пришивное. Далее зайка у нас улетел далеко от своего домика в небо, к облакам, на воздушных шариках. И здесь у нас нужное такое задание ребенку — найти соответствующие цвета. Распутаем, запутаем, и нужно найти, да, куда же шарик прицепить. Желтый к желтому, соответственно, зеленый к зеленому и голубой. Изучение цвета, работа с пуговичками. Здесь у нас божья коровка, она крылышки у нее на молнии.
они шелестят, да, внутри шелестелочка такая. Объемные бусинки. С этой стороны бусинками можно поиграться на веревочке, туда-сюда их подергать. Такие же усики. И внутри у нас, может быть, не чуть-чуть не похоже, но это тля. Зеленая тля. Также можно рассказать ребенку, что божьи коровки питаются тлей. Вот еще одна сидит, спряталась в животике. А это вот на веревочке, которую можно достать. Но все равно она ее хам-хам-хам скушает. И закрыть. Съела божья коровка. Вот так на молнии пошелестеть. Деткам очень нравится такое все шелестящее. Далее. Здесь вот такое вот полянка. Изучение форм. Да? Так как это еще малыши, мы сильно не загружаем разными формами. Мы только начинаем знакомить. Круг, треугольник, квадрат. Предметы на липучках. Да? Можно менять и попросить их составить правильно. Также изучение цвета, формы, да, вот цвета радуги, также рассказать про стишок «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан», да, спектр радуги, 7 цветов, и поиграться вот такими вот бусинками. Также, допустим, круг – это шар, квадрат – это куб. Да, и цветочек вот такой. Да, здесь у нас морское дно. Такая вот у нас медузка, у которой такие вот интересно пощупать деткам. Вот такие вот щупальца. Да. Вот. А также другие морские жители. Звезда, кит, морской конек и крабик. Изучение морских животных. То есть рассказать, какие обитатели на дне моря, в океане живут. Работа с кнопочками, да, попасть. Можно менять местами, а ребенок пусть там правильно сложит. Да. Кит вот водичку пускает. Крабик на дно. И такие вот ракушки. Последняя страничка. Это такая занималочка. Очень детям нравится. Переливашка. Чешуя вот такая. Они могут подолгу сидеть и туда-сюда гонять ее. Также есть такие пуговички разных размеров. Да? Задание на больше-меньше. Большая пуговичка. Да, объяснить ребенку. Маленькая. Еще меньше, средняя. И вот такая, что-то наподобие счет. Здесь разные формы, разные цвета. Тоже изучение фигур различных. Мамочка красивая. Вот такая вот занимательная книга. Интересная, яркая, с разными формами, разными заданиями. Каждая страничка, развитие мелкой моторики, знакомство с цветами, формами, тактильное ощущение, приятное на ощупь. Поэтому, кому интересно приобрести такую игру для своего ребенка, я оставлю ссылку в описании на магазин в Фейсбуке. Всем спасибо!